В Черкесске на базе СКГ состоялся новогодний турнир по большому теннису. Соревнования проходили среди воспитанников комплексной спортивной школы «Победа», которая на протяжении 30 лет выпускает сильнейших спортсменов большого тенниса. Этот турнир собрал около 30 юных спортсменов города. Подробнее расскажет Дарья Тендит. Новогодний турнир 9-летнему Дмитрию Самохвалову принес золотую медаль. Для Самохваловых теннис не просто увлечение, а семейное дело. Дмитрий, равняясь на дедушку и папу профессиональных спортсменов настольного и большого тенниса, показывает отличные результаты в спорте. Его сестра Есения также продолжает династию спорта. Она, как и брат, стала победителем в своей возрастной группе. Тренируются они с самого детства. В планах на будущее у Дмитрия и Есении новые победы и улучшение результатов. Поделились юные теннисисты Самохваловы. Эту медаль выиграл честно. Я очень боролся, особенно с одной девочкой. Она очень сильно играла. Вот. Я хорошо боролся, я старался. Мой папа тренер, я беру с него пример. Так получилось, что ты выиграла в своем возрасте? Я думала, что я не выиграю, и поверила, что я выиграю. Турнир по большому теннису комплексной спортивной школы «Победа» проходил под чутким руководством тренера Владислава Самохвалова. Он отметил, что его воспитанники улучшили результаты. Они достойно сражались за победу и порадовали. Итоги этого года показывают, что тренировки проходят не зря. Он пожелал побед и новых достижений спортсменам. Мы показали хороший результат, и нас уже знают за пределами города. Мы ездим в основном к МВ, детей возишь вот эти турниры, Кисловодск, Ставрополь, Пятигорск. И эти турниры мы уже все как бы выиграли. В теннисе легко играть, и поэтому где-то получать удовольствие, когда на счет играют, все загораются, выиграют друг у друга. Юные спортсмены в ходе тренировок формируют чувство самоуважения, стремление к успеху. Они учатся преодолевать трудности, усердно занимаются и идут к поставленной цели. Для Амира основная задача – выигрывать и улучшать результаты. Он тренируется на протяжении 2,5 лет и ставит перед собой крупные цели. Новогодний турнир показал, что спортсмен хорошо тренировался на протяжении года, и результаты не заставили себя долго ждать. В прошлом году я занял 1-е место в соревнованиях, в этом году вот 2 1-х места. То есть ты целенаправленно шел к победе? Да. Mm-hmm. Да. А благодаря чему, как ты думаешь, получилось занять 2 1-х места? Ну, усердные тренировки, наверное, вот. Потому что... Сколько раз ты ходишь на тренировки? 2 раза в неделю. Самое главное – хотеть выигрывать и хотеть играть. В новогоднем турнире выявили 15 призеров, и каждый участник получил достойную награду. Поддержать юных спортсменов приходили родные и близкие. Завершилась торжественная церемония награждения совместным фото на память. Дарья Тендит, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево-Черкесия.